целях организации летнего отдыха детей и подростков в течение месяца в Экибастузе работал этногородок Шанырак. На церемонии его закрытия побывала наша съемочная группа. Казахский мини-аул, образованный в досуговом комплексе «Кайнар» из шести юрт, стал любимым местом для детей. Поэтому церемония его закрытия стала настоящим праздником. Этногородок Шанырак охватил в общей сложности 200 детей из многодетных и малообеспеченных семей. Каждый день этноаула был тематическим. Это национальный день одежды, день музыки и танцев, день истории и культуры, день кино и анимации. Этноаул пользовался большим спросом у детей, поэтому мы планируем построить такой же и на следующий год. Основная цель этнопроекта – популяризация казахских национальных традиций, искусства, привитие казахских ценностей детям. Для этого в этногородке были организованы различные мастер-классы. Нам очень понравился этот этнолагерь. Здесь я подружилась с детьми из другой школы. Было много запоминающихся и веселых дней. Например, мы учились доить коров, узнали, как делать сметану, прясть. Мы принимали очень активное участие в этнолагере. Здесь мы учились разным играм, ездили в деревню. Особенно нас заинтересовала этновалюта. Мы каждый день участвовали в различных квестах, пытаясь получить этновалюту. Нам очень понравился этнолагерь. В этногородке постарались возродить забытые традиции и быт казахского народа. Ребята, в свою очередь, провели летнее время эффективно, интересно, а самое главное – с пользой. Валентина Леонова, Кымбат Садык, Алексей Мехедов, Ертес Акпарат из города Экибастуз.